Здравствуйте! Этот рецепт я увидела в каком-то очень старом журнале. Салат по этому рецепту получился потрясающе вкусным, а главное, готовить его очень просто. Куриные желудки хорошо промываем под проточной водой. При необходимости удаляем пленку. Складываем желудки в небольшую кастрюльку и заливаем горячей водой так, чтобы только покрыть их. Доводим воду до кипения, снимаем пену, убавляем огонь и варим желудки до мягкости, примерно 50 минут. Перед окончанием варки в кастрюлю добавляем соль по вкусу. Готовые желудки остужаем и нарезаем тонкими брусочками. Лук нарезаем тонкими кольцами. Складываем все в миску, добавляем немного сахарной пудры и все хорошо перемешиваем. В кастрюлю с толстым дном или сковороду наливаем масло и добавляем перец. Все перемешиваем до тех пор, пока масло не раскалится. Кипящее масло выливаем на желудки с луком через сито. Добавляем соевый соус и столовый уксус. Уксус нужно добавлять понемногу, ориентируясь на свой вкус. Все хорошо перемешиваем. Накрываем салат крышкой и ставим в холодильник минимум на 2 часа. Обязательно приготовьте этот салат, он никого не оставит равнодушным. Приятного аппетита, готовьте на здоровье, до встречи на моем канале.